Описание представленных КТ-томограмм пациентки 1974 года рождения от 19 сентября 2019 года. Область исследования – грудной отдел позвоночника. Премоз КТ исследования грудного отдела позвоночника определяются умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения. Свежие костно-травматические изменения не выявлены. Очаги деструкции костной ткани не выявлены. Дугообразное искривление оси позвоночника не выявлены. Просвет позвоночного канала не компримирован. Снижена высота межпозвоночных дисков по удальном направлении. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Грудной кифоз склажен. Определяется правосторонний сколиоз до 6 градусов с вершиной в TH8. КТ-признаки остеомиелита тел позвонков в зоне сканирования не выявлены. Паравертебральные мягкие ткани без особенностей. Обращает на себя внимание увеличение селезенки до 122 на 52 мм. Заключение. КТ-картина умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений правостороннего сколиоза первой степени грудного отдела позвоночника, спленомегалия. Рекомендована консультация терапевта, врач-рентгенолог КМН М.А. Котов, заведующий центром КТ-МРТ клиники «Медиус», ассистент кафедры лучевой диагностики СГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. По данным КТ с позвоночником ничего критического у вас нет. Небольшой сколиоз и изменения в пределах возрастной нормы. Для оценки наличия межпозвонковых грыж лучше использовать МРТ. В то же время у вас увеличена селезенка, что в части происходит при инфекционных заболеваниях. Увеличение селезенки может давать боли, чувство неудобства в левом боку. С этим вам лучше обратиться к терапевту. Вопрос пациентки. Хотел спросить, там написано про спленомегалию. Селезенка сильно увеличена? Ответ рентгенолога. Она не полностью вошла в зону сканирования, поэтому точно не сказать. Принципиально увеличение умеренное. Проще всего это на УЗИ брюшной полости оценить.